26 апреля 2017 года. Всем добрый день. Компания «Уральская усадьба» представляет теплица арочная 2,5 м, 2,5 метра ширина, 8 метров длина, шаг метр, поликарбонат карбогласс 4 миллиметра, 20 лет гарантии, усиленный брус, фундамент 100 на 100, пропитан антисептиком. Свалена теплица с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 миллиметра, зеленая краска эмаль. С обоих торцов двери с форточкой разрезные, надежная, качественная теплица. Подписывайтесь на наш канал, знайте много интересного, кто еще этого не сделал. Итак, смонтирована теплица арочная 1,5 на 8, и отзыв клиента о данной теплице. Откуда вы узнали вообще о фирме «Уральская усадьба»? А в фирме я увидела объявление в газете «Уральский садовод». Позвонили, нам сказали. Самое главное, мы искали размер 1,5 на 8. Нигде таких не было. А нас устраивало именно 1,5. Вот вам по участку именно, да? Да, по участку, потому что кое-что еще посадить. Ну и всего-то 2 узеньких грядочки хватит, и 1,5. Поэтому мы обрадовались и приехали. Как вам качество сборки? Ну, как сказать, с первого взгляда понравилось, хорошо, очень нравится. Запоры, потому что одной теплицы у нас не было. Очень нравятся вот эти крючки, которые держат открытую форточку. Ну и вообще, понравилось, работа понравилась. Рекомендую. Что будете сажать? Ну, нынче будем сажать помидоры. Потому что в старой теплице мы уже не один год. А теперь надо поменять сюда помидоры, а туда огурчики. А вот эта теплица-то соседи? Вот? Это соседи, да, соседи. Соседи ставили такую же теплицу. Да. Не такую же, дачник 3М, но... Ну, немножко конфигурация другая. 3 года назад. Где-то так, да. Все, спасибо. Хороших вам урожаев. Спасибо вам.